Привет, народ Ютуба. Две посылочки. Одна вообще непонятно какая, тоненькая. Написано Glass Beds. Почти 5 баксов оценили, нифига себе. Это там что-то такое офигенное. Сторонку. И еще одно, ну тут уже конкретно большое, здоровое. 6 баксов. И здесь уже немножко видно, что здесь. Надеюсь, оно там слишком не поцарапалось. Хотя вижу, тут дырлось хорошо. Сейчас посмотрим. Ну, это довольно-таки быстро дошел. Так, печку. Да, тут, блин, шорхалось, наверное, сунулось, обхали. Неизвестно как. Хорошо продавец упаковал в пупырышки, а если бы не упаковал, вообще бы была бы задница. Да, немножко с дефектом. Ну, вроде бы не очень сильно пострадала. Да, немножко, конечно, не очень красиво получилось. Так, ладно. Включить, выключить. Что это такое? Ультрафиолетовые светодиоды, походу 1-ваттные, может даже больше, я сейчас не помню. В описании под видео смотрите ссылочки там. Так, это у нас источник питания, зеленый почему-то. Что он тут нам пишет? А тут он пишет нам выход 5 вольт 1 ампер. Короче, зарядное устройство можно использовать. Или его как для зарядки смартфонов. Так, включаем, да, сразу же. Включаем и проверяем. Надо же, как хорошо закрутили. А? Кто-то старался, кучу оборотов накрутил. Обычно пару оборотов и все. Так, включаем тут. Ну, симпатично выглядит так. Это для чего это делается? Сюда пальчики и лак сушим. Так, включаю в розеточку. Опа, есть. Ничего не бахнуло. Нажимаем кнопку. Вау! Ультрафиолет. Можно загорать. Тан-ран-тан-тан-тан. Сканер. О! Ну, вроде чувствуется так, тепло идет. Во как. Надо защитные очки. Прикольно. Получается все это дело. Ладно. Так, ну все подряд я не буду проверять. Начнем вот с этой купюры. Что-то появляется, да? Наверное, я приближу немножко, чтобы было более видно. Не знаю, вам видно, но мне видно, тут появились. Блин. Даже не знаю, как вам показать. Ну, видно полу эти, блин, нитки и все. Две штуки, три даже. Светятся. Полоса вот видно, светится тут и тут, в двух местах. Видно, да? Да, видно, должно видно быть. Смотрим с этой стороны. Ну, полоса видно. Ну, просвещается еще фотография. Вам, возможно, не очень хорошо видно. Ну, мне видно. Так, следующую купюру давайте. 500-ку. Во, по бокам светится. Сейчас чуть-чуть удалю. Вот, светится здесь, назад. Вот здесь и вот там светится. То есть появляются. Вот тут же какие-то засветы идут местами. Тут полосочки тоже видно. Все, больше нету с этой стороны. Только полосочки, тут вкрапление ниток светится. Полоску видно. Тут засвет идет.
Вот, смотрю, тут засвет, тут засвет. Ну, тут получается у пятисотки, тут еще светящиеся полосочки. Прикольно. Так, и бакс проверим, что тут светится. Тут пятна какие-то, вот пятно, как будто такое ощущение, что как будто кто-то разлил что-то. Еще тут тоже какие-то вкрапления. Тут текстура какая-то просматривается. Да, как будто кто-то покапал, побрызгал. Тут пятно какое-то светится. И тут просвещается что-то. Ну, в принципе, и все. Блин, в глазах аж теперь мелькает все это дело. Все, всем спасибо за просмотр. Вот, это же мобильная вещь, можно как использовать еще. Вот, значит, будем использовать Powerbank. Родной шнурок на 2 ампера. Нам 1 ампера достаточно. И включаем здесь. Итак, включаем кнопочку. Есть. И тут все. Можно и в парке использовать. Получился. Упс! Мы забыли еще одну. Вот такую. Как бы ее вскрыть, я примерно догадываюсь, наклейки на ногти. Как-то надо аккуратненько отрезать, чтобы я случайно не испортил. Ага, не испорчу я. Там пусто. Вот, а сколько их здесь? Неизвестно. Здесь их очень много. Это надо каждую брать. Смотрите, какая прелесть. Прям проливается все. Так, как всегда, ссылки в описании. Смотрите под видео. На этом я буду заканчивать. Все, всем удачи. Всем хорошего настроения. И до новых встреч. Всем пока.